У нас сегодня в гостях дизайнер Яна Пермякова. Яна, скажите, пожалуйста, что нужно делать простому человеку, чтобы быт был лучше? Я думаю, что если вы решите делать ремонт в своей комнате, то не выбирайте ярких тонов для стен, например, сделайте акцент на деталях. То есть чаще всего типичная ошибка обывателя – это когда он приходит в магазин и выбирает обои, например, для стен, он выбирает максимально красивые обои, да, но на его взгляд. И когда он выклеивает их в комнате, то они слишком заполняют пространство, для всего остального просто не остается места. Поэтому больше отдавайте предпочтение каким-то фоновым решениям и наполняйте интерьер какими-то интересными деталями, например, какими-то цветными. И плюс второй момент имеет, такой момент бывает, когда очень активный цвет, он в течение времени начинает раздражать человека, да? А если у вас нейтральное сочетание, соответственно, вы можете поменять цвет штор, поменять декоративные какие-то подушки, поменять какие-то вазочки на столе, и у вас сразу изменится настроение. Можно даже какие-то сезонные вещи делать. То есть зима – это определенная цветовая гамма, например, теплые тона для того, чтобы создать ощущение солнечных лучей в комнате. Если это, допустим, лето, наоборот, хочется прохлады, и можно использовать какие-то холодные оттенки, и это даст ощущение свежести в интерьере. Если это весна, может быть, это какая-то золотая гамма, да, каких-то кленовых листьев. И каждый сезон у вас будет какое-то определенное настроение интерьера. Это очень важно. И ваши вложения в ремонт будут небольшими. То есть вы нейтральное решение по стенам сделали и меняете детали. И у вас каждый сезон какой-то интерьер уже новый.